Я нашел все огненные кубки. Я знал, что ты не разочаруешь нас, друг мой. Теперь бросай их в священный огонь. Скорее! Инос, я хочу сражаться за тебя. Узнай мою божественную волю. Настало время положить конец хаосу и навести в мире новый порядок. Я — огонь жизни. Пусть падет слуга Веля, чтобы воссияло пламя порядка. Убей вождя моих врагов. Убей Зубана. Народ Миртаны жаждет свободы. И ты принесешь ее людям. Положи конец владычеству орков и освободи страну от гнета. Теперь сам выбирай, какую силу ты хочешь владеть. Это был последний. Ты сделал это. С этими кубками ты сможешь вернуть паладинам их магию. Что ты теперь собираешься делать? Моя задача выполнена. Если хочешь, то я стану твоим спутником, друг мой. Мы тут присматриваем. Вот, возьми этот кубок. Он возвратит тебе твою магию. Спасибо. Благодарю тебя. Располагай мной, когда захочешь.
Увидимся. Иди сюда, я возвращаю тебе твою магию. Слава Иносу! Я так долго ждал спасения. Это большой подарок. Я благодарю тебя. Возьми. Это мой подарок тебе. Да хранит тебя Инос. Послушал бы моего совета. Вот, получай свою магию назад. Говорят, что вера может свернуть горы. Спасибо. Теперь я вновь могу надеяться, что все изменится к лучшему. Возьми. Используй это в духе Иноса. Покажи. Вот это возвратит тебе магию. Ты герой. Ты знаешь об этом. Да защитит тебя Иннос. Вот, возьми это от меня в подарок. Ты ушел в монастырь слугой Иноса, а возвращаешься избранником. Твое предназначение исполнилось. А теперь исполни волю Иноса. Ты научишь меня драться? Научи меня сражаться, как паладин. Это дар света, что ведет нас. Ты почувствуешь его, если вступишь в бой против сил тьмы. Бейся во имя Иноса и уничтожай слуг Белиара. Да пребудет с тобой свет Иноса. Ритуал огненных кубков прошел успешно. Ты превосходно справился, сын мой. Наши паладины возрадуются своим возвратившимся силам и вознаградят тебя за это. Я очень горжусь тобой. Возьми с собой в дорогу этот дар. Инос да пребудет с тобой. Покажи... Сами.
Держи свою магию. Я потрясен. Разве такое возможно? Я благодарю тебя. Вот, ты наверняка найдешь этому применение. Да хранит тебя Инс. Вот, возьми, с магией лучше. Лучше и спрашивать не буду, как тебе это удалось. Иннас да прибудет с тобой, вот возьми. Тебе нужны еще целебные напитки? Конечно. Если бы все было так просто. Я разговаривал с королем. Ты и правда это сделал? Отлично, мой друг. Говори же быстрее, что мы можем сделать для Рабара. Лучше всего, если вы будете и дальше окапываться здесь, в Акаре. Хорошо. Мы подождем. Ради короля. Вот твоя награда за хорошую новость. Я возвращаю тебе твою магию. Значит, великий день наступил. Да хранит тебя Иннас на всех дорогах, на которые ступит твоя нога. Возьми это, чтобы дела твои стали легче. Покажи. Вот это должно вернуть твою магию. Благодарю тебя! Ты замечательный человек! Дай тебе, Инос, сил выполнить свою миссию в этом мире. А я даю тебе вот это для подкрепления сил. Не мешай мне! Не устраивай здесь бучу. Сейчас умрешь. Дай ему. Я пришел, чтобы возвратить тебе магию. Хватит надо мной издеваться, иначе это плохо для тебя кончится. На вот, возьми, чудо. Правда? Ощущение, как и раньше. Хвала тебе, о Инос! Ты не оставил меня! Спасибо тебе, чужак! Позови меня! Я буду сражаться на твоей стороне! Помоги мне освободить этот город! Помогу! Всей своей могучей силой, данной мне Иносом! Если ты начнешь борьбу против орков в Трелисе, я буду сражаться вместе с тобой! Люди, драка!
все-таки мне это очень и очень не нравится. Лучше разберись с этим сам. Когда-нибудь и это тоже закончится. Я пришел, чтобы вернуть тебе твою магию. Слава Инносу! Есть еще честные люди в этой стране. Возьми это в качестве моей благодарности. В этой войне безумия ты играешь очень важную роль. Теперь я в этом не сомневаюсь. Будь осторожнее. Если хочешь, я с удовольствием помогу тебе, как ты помог мне. Я стану твоим товарищем по оружию, если хочешь. Приятно это слышать.